Российский артист Никита Пресняков поздравил женщин Мирнинского района с международным праздником 8 марта. Выступление организовал отдел политики и молодежной культуры администрации города Мирного. Полтора часа живого звука слушала и съемочная группа наших коллег. Марта для женщин Мирнинского района началось 4 числа. Представительниц прекрасного пола с Международным женским днем поздравил Никита Пресняков. Женщины, мы поздравляем вас с 8 марта, желаем вам позитива и улыбок до следующего 8 марта. Мотивируйте своих мужчин быть энергичнее и делать для вас еще больше всяких энергичных и приятных дел, моментов, и все будет отлично. Живая музыка на сцене универсально-театрально-концертного зала «Якутск». Никита с кавер-группой «Мультиверс» подарил зрителям два полуторачасовых концерта. Кроме узнаваемых, любимых всеми хитов, ребята представили и свои треки. Необычный для этого праздника репертуар нашел новых поклонников. Ранее я не слышала музыки в исполнении Никиты Преснякова, но сегодня вот мы услышали. Очень понравились были и знаменитые песни, то есть зрители знали, подпевали, аплодировали, смеялись. Очень понравилось, большое спасибо. Хороший подарок, нам очень понравилось. Мне все очень понравилось. Спасибо администрации города, что предоставили такую возможность. Да, замечательный праздник устроили для нас. Мне понравился концерт. Так скажи, что понравилось, какая песня твоя самая любимая? Моя самая любимая — это когда громко поют слишком. На концерт попали не все желающие. Для них в ближайшее время мы покажем полную версию фестиваля живой музыки. Елизавета Кочетова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».